Всем привет! И посмотрел я пару серий аниме «Зачатие. Роди мне ребенка». Да, оно так называется. И это фиаско просто. При таком названии ожидаешь хентай или эти на грани. Но, короче, коротко о сюжете. А я ж обыкновенный школьный. У него ведь есть имя, но мне насрать. Со своей кузиной попадает в другой мир. И там его встречают. Так вот. Привет, дорогой. Ты у нас ведь попаданец избранный. Будь добр, спаси мир от зла. И да, в помощь тебе твои дети, которых ты задеваешь со своей кузиной и другими тянками из этого мира. Ты такой сидишь, смотришь и думаешь. Ой, сейчас будет Но вы знаете, что будет. А хрен тебе. Как детям говорят, любящая пара крепко обнимается, максимум целуется, и вот уже ребенок. Ладно, тут они ходят в нижнем белье. Но типа все, где шпили-вили? Они где? Получите очередной штамп с банальным пресным сюжетом. А ведь мог получиться новый DXD. А, ну и конечно же енот. Енот? Тут у нас есть енот, который наобещал все это главному герою и потеребонькал ему. Потеребонькал, блин. А на этом все. Смотрите только лучшее. А в эндинге енот у нас как жожа просто. Ну, я сейчас вам покажу. Музычку.